В отношениях самое главное – это то, что вы друг другу чувствуете. Если у вас перегорело и выгорело, даже если вы не расстанетесь, оно вас съест. Пока есть, понимаете, огонь. Вот. И эта вещь такая очень тонкая, очень такая настоящая. Вот если этот огонек есть, тогда со всеми дискомфортами вы справитесь. Важно понимать, если есть огонь, если есть желание, если есть вот ощущение ценности, вы просто инвестируйте. Чем больше инвестируете, тем будет лучше. Вот, вам же будет лучше. Вот, и другим тоже тогда будет неплохо. А если не чувствуете, вот нет этого, вы просто будете мучить себя. И вот это то, что вас внутри, понимаете, в вашем существе для вас важно.